выпускником нашей Переужской школы, любимым Николаем Михайловичем. Написал он во времена давних, в начале прошлого века, но наши гости, художники, сумели вот тот Переужский начала прошлого века, такой добрый, красивый, такой невероятно нежный и необыкновенно гостеприимный, показать на своих полотнах. Часть полотен Переужский район получил художников. У нас наша картинная галерея, которая будет, будущая картинная галерея, уже насчитывала более 40 полотен. И то, что вы сегодня увидели, это, конечно, огромная благодарность и невероятный талант художников, которые сумели вот то, что написано Николаем Михайловичем Любимовым на бумаге, а лучше о Переужке никто не сказал и вряд ли кто-то скажет. Они сумели воплотить это в своих картинах. Я благодарю еще раз от имени нашего Переужского района, от имени Переужской школы, потому что именно ее выпускником является Николай Михайлович Любимов. Он выпустился из нашей школы в 1930 году. И вот такую прожил большую жизнь, вдохновил и нас, всех переужлян, и наших гостей художников. И такие замечательные картины. Я поздравляю всех и благодарю вот с этим праздником, а для нас это действительно праздник. То, что картины сегодня выставлены здесь, в этом замечательном зале. Спасибо всем. Для открытия выставки слово предоставляется главному инициатору и автору проекта «Межрегиональный ПНР города Переужье» Рожковой Анастасии Васильевне. Здравствуйте, дорогие друзья. То, что сегодня происходит, это, ну, для меня, наверное, по-настоящему чудо, потому что люди, у которых очень много дел. Люди, которые работают, которые решают очень важные проблемы, очень важные вопросы, иногда в своей жизни делают очень простые и очень добрые вещи. И для меня, вот как для человека, который беззаветно влюблен в Перемышль, я перемышлянка в 4-м поколении, очень горжусь этим и всегда об этом говорю, мне очень хочется, чтобы наш Перемышль чаще принимал, наверное, гостей, смотрели на него люди, смотрели на него дети такими же глазами, которыми посмотрели художники. Это уникальная возможность, когда мы смотрим на привычные вещи глазами другого человека. И это очень важно уметь это делать, и очень важно подмечать в самых обычных вещах вот такие необычные моменты. Я с огромной благодарностью всем собравшимся сегодня людям, всем, которые помогали, всем, которые делали это, потому что самые важные вещи, они как-то иногда бывают, что жители делаются между прочим, между делом. И то, что сейчас происходит, это уже, наверное, не случайность. Первый пленэр, может быть, был счастливый случай, а второй – это уже что-то значит. Мы активно работаем над тем, чтобы состоялся третий, чтобы в третьем пленэре участвовали уже дети, чтобы художники проводили мастер-классы для детей, потому что это очень важно, это очень здорово. Любовь к родине, настоящая любовь к родине, наверное, начинается с таких простых вещей. С очень простых, которые на самом деле иногда людям ничего не стоит сделать что-то или захотеть чего-то больше. Вот мы захотели чего-то больше, и наш Перемышль сегодня представлен на такой выставке. Просто пройдясь по Перемышлю, люди, которые влюблены в Перемышль, которые укорены Перемышлем, которые рождены в Перемышле, они собрались и сделали это все вместе. Так что ваша доля тоже большого участия, потому что интерес, потому что неравнодушие рождает то, что создает вот эту культуру. И хотелось бы еще сказать, что вот наш такой замечательный, в какой-то степени, как говорил Николай Михайлович Любимов, тихоструйный Перемышль, оставляет совершенно незабываемое впечатление даже в душах тех людей, которые оказываются там впервые. Может быть, наша Родина, она вот такая, которую не выбирают, но беззаветно любят. И вот мы Перемышль мы беззаветно любим. Любим такими вот делами, такими... То, что создается, то, что сделал Николай Михайлович, он
действительно сказал так, как о Перемышле не скажет никто. Но художники написали Перемышле тоже так, как никто больше никогда не напишет. Это неповторимо, это незабываемо. Вот культура, она сама себе помогает. Вот культурный ландшафт, он способствует рождению вот такой генерации вот этих замечательных вещей и обогащает и людей, и обогащает, наверное, нашу в конечном итоге родину вот этими замечательными произведениями. Так что я очень надеюсь, что это начало. Большое начало хорошего дела, и очень хочется, чтобы когда-нибудь в Перемышле была своя художественная галерея. Большое вам всем спасибо за интерес, и я очень надеюсь, что эти встречи, это будет первая, но далеко не последняя наша с вами встреча. Необычная для городов средней полосы России – Перемышль. Именно так высказывался об этом месте известный переводчик Николай Михайлович Любимов. Перемышль для него особое место. Там он провел свое детство и юность. Там сейчас ему открыт памятник. Выставка сопровождается выдержками из его воспоминаний о родном крае. Позвольте предоставить слово члену Союза художников России, активному организатору ПДР Кузьминовой Ольге Алексеевне. Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно, действительно, что событие, которое, на мой взгляд, оно абсолютно похоже на чудо. Я не верила, что может такое произойти. Вот когда родилась эта идея, и я сказала, что да, хорошо, но так вот было бы, и когда мне через 3 недели позвонили и сказали, что готовы принять художников, для меня был шок. И вот после этого я верю, что большое желание людей и хорошим делам, оно действительно возможно преодолеть все преграды, совершить какое-то реальное чудо. И чувствуется было то, что художники собрались всего лишь там за 3 недели, что, в общем-то, не просто, да, потому что люди планируют свои примеры там, за несколько месяцев, за полгода вперед. А тут приехали замечательные художники из разных регионов, с разными творческими манерами, и сумели увидеть Перемышль абсолютно под разными углами зрения. И мне кажется, наверное, это вот самая такая ценная часть этой выставки, что Перемышль очень разные. Потому что каждый художник увидел его по-своему, каждый нашел там что-то важное для себя, каждый открыл какую-то новую грань Перемышля, да, его красоты, его духовности, его какой-то вот необычайной гармонии, необычайной, как сказать, соединенности с пространством. Вот это именно то, что ощущаешь, находясь в Перемышле и работая в нем. То есть ты растворяешься в этом гармоничном пространстве, где все становится очень взаимосвязанным. И пространство, и замечательные дали, и озера, и дома, и люди, удивительные абсолютно люди. Вот это тоже такое незабываемое наше впечатление. Все художники, уезжая из Перемышля, вот говорили, ну люди там удивительные. Вот действительно, люди удивительные, поэтому я очень рада, что это произошло. Я очень надеюсь, что это будет продолжаться. Я надеюсь, что это пример станет традиционным и расширится, может быть, уже до размеров Перемышльского района, это не мусики, но на самом деле я надеюсь, что так оно будет. Поэтому я всех поздравляю с этим замечательным событием. Вот желаю этому событию продолжения, энергии творческой. И думаю, что в руках Анастасии Васильевны оно будет двигаться, потому что это очень надежные руки. Вот Татьяна Владимировна в поддержке Владимира Николаевича, я всем очень благодарна, потому что действительно получилось очень хорошее дело. Вот всем спасибо, всех поздравляю. Перемышль остается привлекательным местом для художников из разных городов. Уже 2 года организаторы создают пленэры, в рамках которых известные мастера создают свои пейзажи. Сегодня на выставке присутствуют художники, которые создавали полотна в Перемышле. Я предоставляю слово художникам Помилову, Энессе Александровне и Федору Валентиновичу. Здравствуйте. Но почему выступил, я уже кратко можно, извините. Я, конечно, очень рада, когда получили приглашение от Анастасии приехать сюда на открытие этой выставки. Очень-очень рада, что это мероприятие.
для меня вообще потому, что я была в прошлом году в Академии, и это был первый раз, я вообще не понимаю. Одно звучание, для меня одно звучание слова «премышль» — это вообще сразу что-то такое наливает, такое древнее, древнее, что-то из былин, русский былин, вот это слово, и уже сразу какое-то мироощущение, если что-то такое, к этому городу, чем к остальным, вот, мы часто ездим. Мы вообще, «Премышль», конечно, это даже город, это село, вот, совершенно необычное. И храм Успения, вот я прям тянула. Я 3 или 4 работы написала. Я хочу рассказать коротко, вот у каждой работы, ну, наверное, не у каждой, но у каких-то работ бывает своя судьба. Вот с моей работы приключилась такая история. У нас была отчетная выставка после окончания пленэра, и ко мне подошла девушка, которую я первый раз видела. Оказалась Анастасия, так потом оказалась. Вот, и говорит, вот мне нравится эта работа. И я, значит, говорю, вот, отдаю. Она мне даже какие-то деньги предлагала, говорит, как ты не думала. Нет, я с гордостью. Вот, и сама так чувствовала, думаю, ну, честно, нравится, значит, вот так. И в конце концов, в общем, прошел год. Этим летом вдруг я смотрю, значит, канал, Первый канал, там идет программа «Культура». Большой идет репортаж, посвященный юбилею Бориса Николаевича, то есть сына Николая Михайловича. И его 75-летие, довольно-таки длинный репортаж. И вдруг он берет, значит, стоит моя работа. Мне говорит, смотри, твоя работа. Я глазам своим не вижу. Говорю, слушай, может, кто-то с позиции, не с этого места кто-то написал. Я вижу, что моя работа. Ну как она там? И он, Борис Николаевич, говорит, мне очень дорога эта работа. Мне ее подарили месяц назад. Это для меня она дорога, потому что здесь «Премышль», это храм Успения. Он, значит, там мой отец прожил долгие годы. Ну, в общем, для меня это, конечно, был такой неожиданный, очень приятный такой шок, что вдруг... И все подарки были много. Да, много было работ стояло, но мне показали крупным планом, правда, не назвали планом. У нас всегда так бывает, да, часто так бывает. Ну, короче говоря, в общем, я все-таки признала, мы сразу, Федор, он всегда фотографируется, сравнили с фотографией, потом крупным, и еще раз посмотрели программу, это моя работа. И долгое время я была в полном неверении. Как? Каким образом? Я пыталась даже посмотреть планетарету Бориса Николаевича. Ну, конечно, без толку абсолютно там попадаем туда, куда надо. Ну и, в общем, в конце концов, Федор оказалась там. В общем, мы, да, Анастасия, она объяснила, что дело. И я Анастасии очень признательна и рада, что работа приобрела какую-то новую жизнь. Действительно, попала, наверное, хорошие руки. Человеку не просто, когда дали, да, а ему это как бы не нужно совершенно. Он громко сказал, что она ему дорогая. Очень хорошо. Спасибо, Анастасия, что вы. И вообще жизнь вот такая удивительная штука. Конечно же, хотелось бы еще приехать на перемышленный, на очередной пленэр, если он состоится, дай Бог состоится. Вот. Замечательно. Замечательное воспоминание. Я вот хочу подарить вашему объявлению, вашему объявлению, свою работу. Но, правда, все так неожиданно. Мы только позавчера, по-моему, после вашего сообщения. Просто конкретная работа с предметами, я не знаю, что вы видите. Это пейзаж, который тоже стал очень. Вот такой вот пейзаж, я начинаю. Я надеюсь, что вам тоже хочу поздравить и себя поздравить, что я на таком замечательном мероприятии оказался. Очень было интересно побывать в «Премышле». Городок интересный, на Оке тоже, потому что откуда я родом, из Протвино, у нас там тоже братва и Ока рядом, и тут Ока, в общем, было очень близко все. И
И я благодарен Ольге, которая меня пригласила на пленэр. Да, в этом году не получилось, потому что у нас была поездка в Вологодскую область, и на Сан-Паулу. Но вот я там раньше пообещал. А так я хочу тоже подарить работу с прошлого пленэра. Когда для вашей будущей галереи на Владимире. Да. Поэтому надо как-то подумать, посмотреть и
общими усилиями, все-таки осенний пленэр, он тоже красивейший будет. А вот к весне мы можем еще попробовать подготовиться. Но зимний сад мы уже не успеем подготовиться. А вот я думаю, по весну, весенний мы провести, хотя бы в небольшом так масштабе, может, если мастеров 20-30 приедет, то вообще будет замечательно. Спасибо большое. Спасибо. Удачи всем. Всего самого наилучшего. Картины, созданные в рамках Перемышльского пленэра у нас в музее. Позвольте предоставить приветственное слово директору Калужского музея изобразительных искусств Марченко Наталье Владимировне. Дорогие друзья, сегодня действительно у нас радостное событие, и для нас оно особенно ценно, что проходит Международный день художника. И вот сегодня из уже выступлений предшественников моих я услышала, что в селе Перемышль задумались о создании художественной галереи. Но мне это прям бальзам на душу, честно вам скажу. Чем больше галерей будет в наших городах и селах, тем культурнее будут наши люди, тем они будут богаче, одухотвореннее, тем они будут бережнее относиться к окружающему их миру и материальному наследию. Они не будут ломать скамейки, они не будут рисовать на домах, понимаете, они не будут ломать фонари, потому что они будут понимать красоту окружающего их мира. И поэтому я голосую двумя руками за то, чтобы ваша галерея состоялась, открылась. И если будет нужна наша помощь, мы вам поможем в этом. Расскажем, как нужно правильно все хранить, как нужно, с чего нужно начинать, и уже вам сейчас нужно начинать работу, потому что все, что попадает к вам, вот эти культурные ценности, полотна художников, очень хороших художников, их нужно уже сейчас правильно записать, сохранить, и потом уже выставлять в экспозиции. Мы с удовольствием вам поможем все это делать. И в дальнейшем мы можем сотрудничать с вашей галереей, в зависимости от того, какой будет у нее статус, будет ли это муниципальный музей, это, так сказать, одна линия поведения, будет ли это филиал какого-то государственного музея, это другая линия поведения и так далее. Мы сейчас не загадываем так далеко, на все вопросы есть ответы. Поэтому на все вопросы мы сможем ответить. Но в любом статусе, в каком бы ни была ваша галерея, мы будем рады сотрудничать с вами, потому что мы организуем, имеем на это все условия организовать выездные выставки. У нашего музея есть несколько филиалов. Один филиал расположен в селе Ульяново, другой в городе Тарусе, третий в городе Масальске, в Хвостовичах есть филиал нашего музея. Мы сотрудничаем с муниципальными музеями, когда предлагаем им передвижные выставки, и они с удовольствием принимают это. И в этот круг музеев, которых мы обеспечиваем такими передвижными выставками, а надо сказать, это очень хорошие выставки, очень хорошие, вот, мы можем и включить и вашу галерею в дальнейшем. Так что вам успехов, сил, энергии, потому что и, конечно, материальных условий, потому что это потребует немалых затрат, это все понятно. И ваше муниципальное руководство, конечно, будет решать эти вопросы, и это непросто, но я надеюсь, вот с такими энергичными жителями, с такими энтузиастами, я думаю, что все у вас получится. И я желаю вам больших успехов на этом пути. И, конечно, вот идея проведения пленэров, Перемышль, этот замечательный город. Ну, я говорю город, потому что когда-то был городом, старинным русским городом с удивительным названием. Ну, пусть сейчас это село, но все равно это не отменяет его богатейшую историю. Это
не отменяет его культуры, это не отменяет истории жителей, которые там жили, и у них разные судьбы. И среди них Николай Михайлович Любимов, и другие писатели, сейчас можно перечислять эти имена бесконечно, богатейшее наследие. И, конечно, это все нужно сохранять, и это все нужно в разном виде пропагандировать, просвещать, прежде всего, самих жителей этого села и, конечно, жителей соседних регионов, в том числе Калуги. И поэтому мы с большой радостью предоставили площадь в нашем музее для экспонирования выставки, состоявшихся в двух пленэрах. Это очень замечательно. У нас будет сейчас большое количество посетителей в связи с тем, что в соседстве с вами, с вашей выставкой, работает выставка Архипа Куинджи из Государственного русского музея. Сейчас в наших залах много посетителей, и будет очень много в рождественские каникулы. И все эти посетители увидят вашу выставку. Вот. Так что все прекрасно складывается, и я надеюсь, что у вас хватит сил продолжать эти пленэры и насыщать свою галерею замечательными произведениями. Успехов вам, друзья! Основная идея выставки – на примере Перемышля показать роль малых городов в истории и культуре большой страны, а также обратить внимание зрителей на вневременной характер основных человеческих ценностей, среди которых любовь к родине занимает особое место. История Перемышля уникальна и удивительна. Это древний город, скрывающий в себе много загадок, которые предстоит разгадать историкам. Предоставляю слово археологу, кандидату исторических наук Масолитиной Галине Александровне. Мне везло в жизни. Она не раз приносила мне приятные подарки, и один из них – это Перемышль. Его мне подарили уже в младенчестве, потому что моя мама из Перемышля. И все свои летние школьные каникулы я проводила у бабушки, соседние с Перемышлем деревнях, Хохловка, Поляна и Рычонки. И вот с тех самых пор мне напрочь врезался в память нереальной красоте вид Хохловского озера, которое такой длинный, плавный, узкой дугой тянулось вдоль очень крутого и очень высокого берега. Теперь я знаю, что это озеро древнее, старое-старинное, древнее русло Оки, так называемое озеро Старицы, каких-то перемышлен много. А вот с этой высоченной кручи, с высокого берега, открывалась такая же захватывающая дух панорама заливных лугов, беспредельно, потому что их края не было видно даже в самый ясный день, они где-то там далеко на горизонте, сливались с кромкой леса. Когда я поступила в институт, то стала любоваться летом красотами уже других территорий, других областей, ну тогда Советского Союза, потому что все летние каникулы стала проводить в археологических экспедициях. И это длилось долго, но вот это любование не перемышленными просторами, пока училась в институте, потом в аспирантуре института археологии, даже была профессиональным археологом, я еще долгое время работала на других территориях. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь. Когда я пришла работать в Национальный парк Угра, а это уже больше 20 лет, то выяснилось, что значительная часть территории Перемышевского района входит в границы парка. И я вновь очутилась в этой непередаваемой и незабываемой красоте, затмить которую оказались не способны все вот увиденные мною до того красоты. Знаете, я скажу даже больше того. У меня помимо археологии есть еще одно очень сильное увлечение – это путешествия. И со своими друзьями я уже, наверное, за 30 лет скоро будет, как ежедневно, ежегодно в путешествии. Мы объездили всю Россию до Урала. До Урала, потому что на своей машине ездим почти всю Западную Европу. И я могу сказать, что
лично, совершенно искренне, красота Перемышевской земли, она не меркнет на фоне вот дивной природы всех вот этих других увиденных мной мест. Может быть, потому что красота – это какая-то особенная. Я вообще даже не уверена, что здесь слово «красота» подходит, это что-то другое. Но определить это, передать, описать я бессильно. Здесь, конечно, нужны Паустовский, Пришвин, если описывать словами. Если красками, то, конечно, тонко чувствующие художники. Ну а как историк-археолог я хотела бы буквально два слова сказать про вот этот, про Перемышль, как стариннейший город Калужской земли, с очень богатой и с очень насыщенной событиями истории. Хоть он начинает упоминаться в документальных источниках с XIV века, но город гораздо более древний. Вот эти былинные ассоциации, они совершенно не случайны, потому что город уже существовал в эпоху Киевской Руси. То есть это XI-XIII века. Это как раз время былин, Соловьев разбойников, Владимир Красное Солнышко и так дальше. И даже больше, вот еще, потому что об этом свидетельствуют археологические материалы, которые у нас имеются, территории Перемышля. И он существовал в еще более раннее время, потому что в наших археологических сборах из территории Перемышля, из его окрестности, есть находки, которые связаны с самыми первыми славянами, которые пришли в Верховье, а это 9 века. 9 век. А что касается документальной истории, ну, то, что нам известно из документов, то в целом она, конечно, весьма драматична. И это не случайно. Здесь, наверное, сказывается географический факт, потому что город все-таки находится недалеко от Москвы, и все эти бури, страсти, в которых решилась судьба московского государства, ну, сначала московского государства, потом Российской империи, потом Советского Союза, теперь это России, все это не могло не затрагивать судьбу Перемышля. И в нем, как вот в капле воды, отразилась вся история нашей страны. И еще я очень хотела сказать следующее. Вот сейчас, вот прямо сейчас, я читаю мемуары Николая Михайловича Любимова, о котором, к стыду своему и, к сожалению, теперь уже вообще знала очень мало. Честно сказать, вот о нем я узнала только после того, как открылся памятник. Ну, как-то вот прошло у меня творчество этого, как выясняется, известного очень литератора, писателя, переводчика с нескольких языков. Поэтому читаю это с огромным интересом. И, вы знаете, я просто поражена тем, что для меня Перемышль вот той эпохи его, ну, времен его молодости, то есть предреволюционные годы, сразу послереволюционные. Ну, что это такое? Это крошечный, заштатный, захолустный городок. Но в этом захолустном городке, если вот читать его воспоминания, культурная жизнь просто била ключом. Она фонтанировала. Там жили высокообразованные, работали высокообразованные специалисты, педагоги, медики, причем не только в самом Перемышле, а и в ближайших, ну, и в отдаленных от него, ну, как бы, окрестностях Перемышля. Это интеллигентная публика. Нередко встречалась в доме любимых. Там устраивались, ну, обсуждались литературные новинки, устраивались чтения слов, устраивались поэтические вечера, литературные вечера. Перемышль, захолустный Перемышль, был театральным городом. Там был свой театр, любительский, но у него было свое здание, у него была своя труппа из перемышлян состоявшая. Были свои режиссеры местные, правда, там иногда, как я понимаю, заезжали и местные какие-то профессиональные актеры, которых жизнь просто забрасывала на какое-то время туда. Но тем не менее, были вот, чаще всего это были местные режиссеры. Ставилось, репертуар поражает, там ставилось все, от Островского, Гоголя и Чехова до Алексея Толстого, Гауфмана, Катаева и так дальше. О том, каково было качество постановок, тоже можно судить по замечанию того же самого Николая Михайловича, который писал
что вот его мама и тетя, а это были очень требовательные дамы с очень такими высокими литературно-художественными запросами, хорошо знавшие театральную Москву, они, значит, в ходе представления иногда говорили, прямо как в художественном, совсем как в художественном, имея в виду московский художественный театр. И Любимов по этому поводу потом писал шутку и всерьез, что после этого стал Белинский театр называть «Пхадом». И вот еще один момент, связанный с Любимовым, с его мемуарами, не могу не отметить. Что касается его учебы, после того, как он уехал из Перемышля, после школы он сразу пошел учиться в Москву. Это как раз вот начало 30-х годов. В те годы учился он в каком-то языковом вузе, точное название не знаю, а в те годы обучение в высших учебных заведениях шло всего 3 года. И он пишет о том, что на специальность, на предмет, ради которого он туда поступал, там времени практически не было. У них 2/3, наверное, вот. Чем занятия это был марксизм, ленинизм, сталинизм, политэкономия, обществоведение, история партии, постоянно заставляли ходить на какие-то субботники, митинги, там, собрания. И он, заключая главу своего образования, пишет, что все-таки моя альма-матер – это не вот этот вот, значит, московский вуз, а Перемышльская школа. То есть вы представляете, о каком качестве обучения должна идти речь, можно только представить, если об этом пишет образованнейший человек, который всю свою жизнь стремился к знаниям и знаниям. И в заключение хочу сказать, вот, что касается меня, то для меня Перемышль, мой любимый Перемышль, да представь, меня перемышляли всегда, долгое время, до недавнего времени представлялся, хоть и большой, но все-таки деревней. Во всяком случае, именно таким тихим, уютным, милым, малолюдным, сонным он виделся мне, когда я вот проезжала там по работе, или там просто заезжала в него, там, на проезжей части на улицах дети играют, горы там ходят, утки. И так дальше. Но вот теперь у меня появилась возможность убедиться, что это далеко не так. Некоторое время тому назад, опять же, в ближайшем Перемышлю, в ближайшем селе, село Ильинское, опять же, волею судеб, обосновалась сестра, семья моей родной сестры, и мы стали чаще бывать в Перемышле. Появились внуки, мы стали приезжать в Дом культуры, и тут выяснилось, что там огромное количество всякого разного рода творческих студий, разных направлений. Там проводятся потрясающие концерты, причем как развлекательные, так и серьезные. В Перемышльском районе очень много творческих коллективов, известны далеко за пределами самого района. У меня была возможность убедиться, что там есть, например, еще один, назову это так, культурно-просветительский центр. Это центр на Дунинском Богородице, если я что-то не путаю, да, где служит отец Дионисий, и где в его воскресной школе также работают самые разные кружки, включая театральные, кстати сказать. Человек, который организует, неуемный, неугомонный, энергичный человек, который вот организует какие-то концерты, встречи с интересными людьми, музейные экспозиции у него там какие-то начинают появляться, даже фильмы занимают. Так что я думаю, что это далеко не единственный пункт, где вот такое происходит. То есть я хочу сказать, что город живет, село, город, и живут и работают в нем люди, ориентированные сами и ориентирующие тех, кто вокруг них объединяется, на высокие духовные вечные ценности. Сегодня на открытии выставки «Не увидаем ответ Перемышля» пришли также уважаемые люди, которые с особым трепетом относятся к родным местам. Доставляют слово приветов, а также гиду экскурсоводов Маромой Екатерине Николаевне. Уважаемые друзья, мне очень радостно
буйство красок, эмоций. Очень приятно видеть добрые, умные глаза. И, конечно, от всей души хочется поздравить с этим прекрасным событием Анастасию Васильевну, которая еще является моей однокурсницей. Мы вместе учились на историческом факультете. Я сначала... Это, конечно, невероятное событие, и даже не верится, что это произошло, что это могло произойти. То есть чудо есть в каждом дне. Это такое волшебство, потому что я помню нашу первую экскурсию по Перемышле, которую проводила мне и моим коллегам Анастасия Васильевна, и как она нас влюбляла в Перемышле. И тогда именно Ольга Алексеевна подала идею, все-таки идеи первичные, благодаря вам, благодаря энтузиазму Насти, благодаря вот этим людям, которые ее окружают, все это получилось, все это свершилось, и дальше уже наша задача экскурсоводов пропагандировать, информировать, рекламировать школьникам, библиотекарям, учителям, горожанам и вообще всем туристам рассказывать о таком прекрасном селе Перемышле, тем более, что близость к Алуне все-таки воодушевляет, что мы будем туда тоже регулярно, на постоянной основе возить туристов, привозить. Так что поздравляю вас всех с этим прекрасным событием.